Развлекательная программа для детей и их родителей прошла на площадке культурно-досугового центра «Успенский». В рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Культура малой родины» участников мероприятия поддержали одинцовские единороссы. Как сообщил депутат окружного совета Владимир Веницкий, такие интерактивные мероприятия для ребят младшего возраста направлены на укрепление института семьи и проводятся на постоянной основе всеми учреждениями культуры Одинцовского округа. Всего в муниципалитете 38 домов культуры, где работает почти 600 клубных формирований. Их участниками являются почти 11 тысяч человек.